Бритва Кама не продается после заточки. Вот обычная модель из тех, которые у меня в обзоре недавно были. На лицевой стороне клеймо Кама, на оборотной стороне клеймо ZTV67. Бритва 67 года, одна из последних. В 68-м их прекратили выпускать. Выборка где-то наполовину. Двухзаковная форма, такая легкая-легкая улыбка. Проточена от носика до пяточки. Состояние полотна очень хорошее. Следы времени, если и есть, то минимальные. Полностью все везде вычищено. Ручка такая полупрозрачная. Такой цвет, не знаю, колбасный цвет. Интересный, с переливами. Вот, ну и сейчас покажу, как тесты проходят. Ах, да, в комплекте родной футляр. Тут написано бритва Кама, сделана по РТУ 59 года. Вот, ну и завод Трудвача. Вот, футляр целый, без инструкции. Вот, бритва довольно мягенькая. Чуть-чуть мягче даже, чем мои экземпляры. По ГОСТам тех лет допускался разбег в твердости между 54 и 62-63 единицы. Поэтому некоторые бритвы могли быть чуть-чуть мягче, некоторые чуть-чуть тверже. Но вот это, видимо, немножко мягче попалось. Точится довольно легко, и тесты проходят абсолютно вот мягко, бесшумно. То есть рез у нее будет как у тех кам, ну вот как из обзора, например. Да и вообще как у всех вот этих вот моделей из этого кама. Вот, но более мягенький. Тут будет чувствоваться вот эта вот хрустинка, когда вот она будет идти по щетине. Будет такой хруст небольшой все-таки, но не такой звонкий, как на других моделях. Чуть-чуть помягче она все-таки. Вот. Но при этом я не думаю, что со стойкостью заточки что-то будет не то. Я думаю, тут будет все, как и во всех остальных случаях. Так, и распуск. Править с минимальным провисом, небольшим минимальным провисом. Вот, и все будет в порядке. Все, отправлю, наверное, в понедельник или во вторник.